Диана Шурыгина решила стать певицей. Продюсировать девушку, прославившуюся благодаря нескольким выпускам ток-шоу «Пусть говорят», где во всех подробностях обсуждалось ее изнасилование, будет промоутер, телеведущий и владелица собственного ивент-агентства Диана Бичарова. Диана Шурыгина специально брала уроки вокала. У нее достаточно интересная партия в этой песне. Скорее всего, это будет настоящий хит, сообщил журналистам представитель Бичаровой. А известный продюсер Леонид Дзюник не так оптимистичен. Скоро, наверное, и унитазы будут петь. Это просто позор. На всех телеканалах раскручивают проституток и бездарностей. Я вот задумываюсь, не спор ли это делается? Я не удивлюсь, что кто-то с кем-то поспорил и решил доказать, что из говна, извините, можно сделать конфетку. Может быть, конечно, у этого проекта будет мимолетный хлопок популярности, но у него нет почвы. Продюсер, который, к слову, был концертным директором группы «Тату», вспомнил, как работал с этим коллективом. Когда Иван Шапалов начинал заниматься проектом, он, к сожалению, держался лишь на рассказах об однополой любви. Я 3 года был с ними, не было никаких лишних интервью, никакой информации ни о чем. И как только я ушел, все изменилось. Девочки стали более открытыми, группа перестала быть интересной. Сейчас Шурыгина на волне, пена взбудоражилась, ее соберут и все. Но какая она певица, я бы точно не стал ее продюсировать. Боже упаси, это себя не уважать, отрезал специалист.